Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С молодым человеком 4 года вместе. Год живем вместе. Оба работаем. Нам хорошо вместе, мы вместе смеемся, понимаем шутки, поддерживаем друг друга, но есть одна вещь, которая мне очень не нравится. Игры. Он всегда играл, но тогда я этого не видела и верила в то, что он занимается полезными вещами. Он ушел из университета, чтобы построить свой бизнес. До сожительства у нас было расставание по поводу того, что много играет. После этого он бросил игру, начал развиваться, к чему-то стремиться. Дело не пошло, и через какое-то время он снова начал играть. Когда мы съехались, его ноутбук сгорел, и он присел на мой. То есть доступа к своему ноутбуку я почти не имею. Я могу попросить, чтобы он дал мне на нем поработать, но через какое-то время он начинает меня спрашивать, когда я закончу, сколько еще буду занимать ноут. Все выходные дни он играет, садится с самого утра, как только проснется, часов 9-10, и не встает до вечера. 9-10. Приходит с работы и сразу садится. Я могу его попросить отойти куда-нибудь, после чего жду, пока он закончит свои дела в игре и только потом везет. Но по возвращению снова садится в игру. Ни к чему не стремится. Я уже с ним много разговаривала, в спокойных тонах объясняла, что хочу двигаться вперед вместе, что готова помогать, экономить на многих вещах. Но после всех разговоров дело возвращается в то же самое русло. Недавно мы с ним поссорились из-за моего подарка на день рождения. Подарков он мне просто так никогда не дарит. И я хотела что-то классное хотя бы на свой праздник. Но он мне сказал, что денег у него сейчас нет, и мой желанный презент он мне не подарит. Я спросила, почему он заранее об этом не подумал, после чего слово за слово мы поссорились. Может быть, мне обидно еще больше от того, что я планировала, как поздравить его за полгода. Потратила много денег, сил, идей, а он не удосужился даже денег подкопить или одолжить. Сейчас мы не разговариваем, он не считает себя виноватым абсолютно ни в чем. 12 часов игры нормально, сидеть на месте ровно пойдет, все как-нибудь само. Я сейчас занимаюсь развитием собственного дела, но от него предложения помощи не достало. Всегда прошу сама, и это обидно. Сейчас у меня много в душе накопилось, я настраиваю себя на расставание. Разговаривать я устала, терпеть я устала, больше не могу, у меня больше нет энергии все это впускать в себя и молча проглатывать. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл бороться дальше и можно ли спасти наши отношения? Как-никак, я его люблю. Ну, Алина, ситуация, которую вы описываете, конечно, весьма неоднозначна по своей сути, по своей природе, потому что, с одной стороны, мы здесь имеем явно некоторое такое девиационное, можно сказать, поведение в контексте игры, то есть человек откровенно много времени проводит за игрой, соответственно, можно говорить об игровой зависимости, возможно. Вот, если это так, то тут, конечно, разговоры не помогут, это клиническая история, и, соответственно, человеку нужно лечение, причем игровая зависимость, это, в отличие от химической зависимости, чисто психологическая история, и, соответственно, достаточно сложно поддается коррекции. Потому что это чисто психологическая история. С другой стороны, легче выявить в таком случае причины, которые являются, ну, вот в данном случае, психогенами. И, соответственно, с ними уже работать. Но это при условии, если мужчина
и человек. Что он понимает, что это проблема. Если же человека все устраивает, если в целом качество жизни не падает, вот, то, ну, как бы в таком случае все, в принципе, хорошо, и менять что-либо смысла никакого нет. А дальше, на что хочу обратить я ваше внимание. Вы довольно много говорите о переменах, вы довольно много говорите о стремлениях, и тот вопрос, ну, на который я хотел бы, чтобы вы ответили, он звучит следующим образом. Для чего молодому человеку стремиться к чему-то? Зачем это ему? То есть, зачем это вам? Я понимаю, ему зачем. У меня сложилось только ощущение, что вы навязываете человеку свои взгляды. Вот. Вы навязываете человеку свои ценности, которые справедливы только для вас. И которые совершенно логично могут быть несправедливы для него, потому что у него могут быть свои ценности, у него могут быть свои желания, у него могут быть свои приоритеты, предпочтения, потребности и так далее. Но вы пытаетесь навязать ему в данном случае свою модель взаимодействия. И, как мне кажется, это не то, что делает отношения здоровыми, не то, что делает отношения качественными, не то, что делает отношения легкие, потому что залог построения отношений – это, ну, как и сказал мой коллега, собственно говоря, безусловное принятие партнера. Если вы его не принимаете, то вряд ли можно построить отношения. Вот. Иными словами, отношения не очень, если за них уже нужно бороться. Вот, ну тут вы немножко в сериал шли, да, вот, когда, ну, обычно в сериалах за отношения как-то борются, вот, но, как мне кажется, все-таки реальная жизнь — это не сериал, вот, и, соответственно, чего за них бороться за отношения. Вам либо хорошо вместе, либо нет. Вам либо нравится быть вместе, либо нет. Для вас либо критично его увлечение, либо нет. Ага, следующее, на что хочется обратить внимание. Вы сказали, что любите мужчину. И, конечно, есть, скажем так, ну, есть желание такое вам поверить. Вот. Но скажите, пожалуйста, а как проявляется ваша любовь? Ну, то есть пока что вы говорите, что вы очень много требуете от себя и очень много требуете от другого человека. Пока что есть ощущение, что вы довольно строги к себе и также довольно строги к своему мужчине. Вот. Если вы под любовью понимаете это, то я боюсь, что это не любовь. Я боюсь, что вот в таком случае
Вы несколько путаете любовь и что-то другое. Например, то, что мужчина вам нужен как необходимое звено для претворения в жизнь вашей картины жизни, вот, вашей картины мира. Вот. Пока что это выглядит вот так, к сожалению. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно честно ответить себе на вопрос. Я молодого человека своего призываю вот делать то, что призываю. Для чего? Почему я так активно пытаюсь вот ему навязать то, что вот, ну, совершенно очевидно как-то вот ему, да, ну, не слишком нужно, не слишком надо и так далее. Вот. То есть вот такой аспект, мне кажется, вам нужно обязательно для себя поисследовать. И ответить себе на эти вопросы. Потому что очень похоже сейчас, что вы себя обманываете, как будто. То есть вы говорите об одном, а на самом деле как будто бы чувствуете немножко другое. Понимаете? Вы чувствуете одно, а как будто бы привыкли, ну, воспринимать, что ли, по-другому. И на мой взгляд, это может быть действительно серьезной проблемой. Вот. Поэтому важно убедиться в том, что то, что происходит с вами внутри, тоже происходит и снаружи. То, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, вот, вы это выражаете. Потому что если нет, то это первое, ну, с чем стоит работать, так или иначе. Вот. Потому что неконгруентность в данном случае является довольно серьезной проблемой, к сожалению. Вот. Дальше. У меня есть ощущение, такое есть чувство, довольно серьезно, что вы куда-то бежите, что вы куда-то торопитесь, что вы боитесь в целом, как будто бы что-то не успеть. И мне кажется, что в этом смысле это чисто ваша проблема, которую вам нужно решать отдельно от своего мужчины. Ну, потому что у мужчины, вот, очевидно, такой трудности нет. А у вас есть, понимаете, да? Поэтому
Вам тоже нужно определиться, я тут все, зачем это делаю, я тут все для чего это делаю, не тяжело ли мне. Потому что такое ощущение, что вы все время требуете от себя очень многого. Вот. Такое чувство, что вы все время от себя очень многого требуете. Вот, все время как будто бы делаете вот это, ну, знаете как, из последних сил, как будто. От чего вам, в общем-то, и помощь нужна, от чего, в общем-то, вы нуждаетесь в, поддержке молодого человека своего, вот, и так далее. Это вот такие моменты, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Ну, вам, да? И если вы научитесь, например, как-то себя лучше чувствовать, замечать, понимать, слышать, более точно передавать свои эмоции, свои переживания, да? И больше заботиться о себе, то вы сможете научить этому же молодому человеку, если между вами есть что-то общее. Вот. Ну, то есть понятно, что в игре мужчина чего-то бежит. Вот. И как бы это могло стать как частью его личности, так и определенным невротическим поведением. Способом справиться с проблемой. И вы никак не узнаете о том, что это для него, если не будете меняться. Поэтому вам не вынуждены менять, а в себя разбираться. Вот, себя узнавать. А молодой человек вам в ответ своим поведением и продемонстрирует, есть ли у вас будущее или нет. Но это будущее в первую очередь строите, конечно же, вы. Не молодой человек, не вы с ним, а вы свою жизнь строите вы. А у вас это действительно борьба и постоянно преодоление, да? Потому что, ну, во-первых, вы говорите, что очень долго готовили подарок для мужчин. Много денег потратили, сил и идей. Уверены ли вы, что делали это для него, а не для себя? Очень похоже, что вы это делали для себя. Потому что если бы вы это делали для него, не было бы вам обидно. Вот, не было бы, понимаете? Не было бы требований таких к нему. Ну, не было бы. Ничего бы этого не было. Понимаете? Какая история. А так, то, что вы описываете, очень похоже на профлексу. То есть, когда я делаю для тебя, я делаю для тебя то, что хочу делать для себя, но себе запрещаю. Вот и вы создаете впечатление человека, который много делает для чего-то, но не для себя, себе запрещает и потом получает возможность таким образом что-то требовать.
то есть в такой форме обращаться со своими потребностями. Ну, совершенно очевидно, что далеко вас это не заведет. Вот такой ответ. Надеюсь, что помог вам. Обращайтесь, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот, удачи!